Наша машина уезжает на парковку. Я не знаю, мы подвинули ее. Шайтан машина. Сегодня мы в Салониках. Мы доехали и идем смотреть Белую башню. Может, мы ее внутрь пойдем? А там что-то было. Вот, потом нужно сесть на такой автобус, и походить по всем Салоникам будет интересно. Они там рассказывают вот о всех достопримечательностях. Где-то час езды. Очень интересно. Наушники дают. А, вот, не знаю, сколько стоит. Нет, можно не сесть. С кондиционером. Вот. О, полиция. Ну вот такие, да вот такая башня. Что, башню посмотрели. Теперь просто гуляем по улицам. Улицы похожи на любой южный город Европы. О, какие-то мазюкалки. О, есть плаж. Да, что, идем? Там всякие шарики, ну, не надо. Бомбочки для ванны. Угу. Вот всякие мелкие кафешки, где можно купить бублик, выпить кофе. Вот такие цены. Очень на улице жарко. Сегодня у нас плюс 36. Вот такая реклама. Тут я радуюсь ребенку. Вот. Игрушечный магазин с игрушками. Машинки, ну пошли зайдем. О, охладимся, Санки. Да. Ну что здесь? Ну, есть, спроси, BMW. Твоя? Или нет? Нет, а там разные. Нет, вот еще есть, смотри, какие тут более крутые. Да? €8 такой стоит. Вот такой стоит €8, смотри. Он прикольный, резиновый, €8. Угу. А такой? Это Королев. 7,50. Королев. Как-то он какой-то с тремя головами, лев, смотри. О, котики. У нас такие тоже есть котики. Вот. Львы. А мы все продвигаемся по улице. И вот что мы видим. Как вы думаете, что это? Это телефонный аппарат. Интересно, он там есть? Глянем. Раз. Есть. Кто последний раз звонил по такому автомату? Но его никто не убирает. Посмотрите. Он так и живет своей жизнью со своими кодами. Да. Вот это Греция. Так и живут они. С таким телефонным аппаратом. И ремонт тут идет. А тут конфеты сортируются. Что это? Это шарики, орехи, макадамия? Да. Семечки толстые, а тут что делают? Солятся, наверное. Ну. Прямо как они, музей. Они так же облетают клетки. Ну. Вот.
Можем на вечер макадами купить. О! Приехали кушать в Париж, ресторан. Вот тут он детские какие-то. О, там полно. А надо так идти. Вон тут рыбу выбирают. Если тут еще места есть. Что тут у нас? Там рыба игла. Эти всякие. Красные рыбешки, дорады. И вот куча народа. Ну что, вон там вот есть. Надо спросить, когда. Потом. Ну, есть. Тогда сейчас нас пусть посадят. Я тебе нравится. Ну, окна точно нету. Надо тогда позвать кого-то вон. Ладно, сейчас будем садиться. Я сейчас на море. Это у нас получается какое? Адриатическое? Эгейское. Эгейское. Вот, смотрите, собирается большой туча. Сегодня по прогнозам большой дождь и гроза. Но людей немного. И ветер начинается. Ноги мои. Ну вот. Ну так. Прямо волны идут. Ой, чем ближе мы навстречу, тем сильнее волны. А в Латвии тоже жара сегодня. Выше 30 градусов. Так что там люди тоже помирают. Только там мороз, этот, не мороз, а у нас вода холодная. Сколько? Плюс 18 максимум. А здесь 28-30. Разница чувствуется. Вот. Пейзажи очень хорошие. Как будто мы в дюнах, да? Похоже на дюны. Вот. Ладно, посмотрим, как будет лить дождь. Вот эти какие стали выпускать баночки. Первый раз такое вижу. Арбузный фреш. Тут как бы пластмассовая баночка. А здесь как бы железная баночка. Интересно, ее можно сдать на повторную переработку. А вы такое пробовали?